Если, предположим, вам нравится какое-то произведение, но вы его не можете найти в интернете, тогда вы можете заказать у меня ноты этого произведения. Напишите мне по имейлу, который видите на экране, yamaha3403@mail.ru, и прикрепите к письму аудиофайл или видео какой-нибудь ролик. Я послушаю и сообщу вам, смогу я его подобрать или нет. В качестве примера вот могу выслать вам небольшой образец в нотах, чтобы вы могли сами определить точность подбора. Вот, например, мне заказывали вот такой вот блюз подобрать. Называется Old Feather Blues. Слушайте. Сейчас играет оригинал. Подобрал, вначале записал MIDI файл, потому что мне так легче подбирать ноты и записывать их. Вот что получилось. Сейчас я включу MIDI файл. Сейчас играет MIDI файл. Перевел в ноты. Сейчас я остановлю его. Есть и другие примеры. Вот такой вот пример. Это отрывок из фильма «17 мгновений весны». Ну, я готов. Сейчас я включу MIDI файл, чтобы можно было сравнить то, что я писал. Ну, тут только разница в том, что то есть нету слова. Я готов. Ну и последний пример. Такая вот заводящая музыка для фортепиано. Называется Rag on Rag. Вот оригинал. Включаю. Включаю MIDI файл. Так что, если кого-то заинтересовало мое предложение по подбору нот, пишите мне на e-mail. На этом я с вами прощаюсь.